Здравствуйте, меня зовут Марсис Гасунс. Я издаю книги по санскриту, начиная с 2011 года. Раньше книги можно было удержать в одной руке, теперь я с трудом их удерживаю двумя руками. 6,5 килограмм санскрита, 11 книг. Последние 4 книги изданы с помощью планеты. В основном, конечно, благодаря усилиям ближайших учеников, которые пожертвовали достаточно крупные суммы. Последней книгой был грамматический очерк санскрита Андрея Анатольевича Залезняка, который получилось издать на мелованной бумаге. То есть так хорошо, как получилось издать очерк, конечно, уже вряд ли я когда-либо издам книгу, потому что это очень дорого. Вот. Но, значит, не всегда нужно издавать очень хорошо, достаточно порой издавать просто хорошо. Значит, книга, о которой я сейчас вам расскажу, синтаксис древнеиндийского языка Шерцля, будет толщиной как Бэрроу и размером как Бэрроу, то есть 400 страниц. Ничего похожего на русском языке не было никогда. То есть все эти книги, словари, грамматики, справочники, хрестоматии не содержат ничего о синтаксисе, а максимум 2 страницы в учебнике санскрита Кочергиной, что, конечно, недостаточно. А книга, о которой я говорю, была издана 100 лет до моего рождения, в 1883 году. Устарела ли она? Конечно, нет. Эта книга полностью от и до посвящена падежам. С уймой примеров, написанная чехом. То есть у нас уже 2-я книга в серии, точнее даже 3-я, написанная чехом. То есть у нас санскритская хрестоматия Фриша, это у нас чешский автор, и Шерцль, тоже чех, проживавший раньше в Харькове, то есть в Российской империи. И вот он пишет непревзойденный после один работы. Таких работ по уровню полноты даже на английском, немецком немного. За последние 150 лет это исключительная глубинная работа. Одной морфологии обойтись не получится. То есть фонетика, морфология в трудах, которые изданы, уже освещена хорошо. Теперь надо выходить на новый уровень – синтаксис. Благодаря усилиям учеников нам надо собрать не всю сумму. Вся сумма – это порядка 260 тысяч рублей. Но буквально сегодня выяснилось, что чистка сканов – процесс и так достаточно трудоемкий, оказалось еще более трудоемким, поэтому запланированных 35 тысяч рублей на чистку 400 страниц недостаточно и потребуется еще порядка 10 тысяч рублей. Поэтому, несмотря на то, что в проекте на сегодня собрано уже больше 40 тысяч рублей, надо учитывать, что часть денег уйдет на оплату услуг планеты, часть уйдет на налог, ИП, и помимо этого увеличилась необходимая сумма. Поэтому прошу вас не останавливаться. Все, кто заплатит 5000 или более, их имя при их желании будет указано в исходных данных книги. Ну и покупайте саму книгу, ибо сейчас она стоит 700 рублей. Например, спустя некоторое время в начале 2019 года она, ну, если мы сравниваем с тем же Бэрроу, на Озоне Бэрроу стоит больше 1000 рублей.
То есть это не только возможность сэкономить 300 рублей, и у нас уже доставка включена в стоимость, это возможность, собственно, приблизить издание книги, потому что одно дело, когда тираж тысячи книг распродается после, а другое дело, что вы даете нам возможность собрать эти средства до того, как нам необходимо оплатить в типографии. Вот. Курс евро растет, траты в типографии растут, поэтому давайте не будем откладывать. 15 декабря заканчивается сбор средств на Шерцля. Я прошу все-таки еще раз сделать репост, не останавливаться на том, что да, вы, конечно, об этих книгах знаете, но давайте объединимся для того, чтобы серию, которую я затеял, чтобы в ней получилось, возможно, даже не 20, а когда-то 30 книг, и чтобы это случилось до того, как я посидею окончательно. Спасибо. До свидания.